почали присувати над даною клумбою, над її огородженням? Ну, в маї почали висадку ми. В якому році, може, в цьому? А в цьому году, звісно, весною почали висадку цвітов. Які вже квіти ви висадили і що ще плануєте тут зробити? Ну, чорнобривці посадили, от этот, потім жасмін, от этот. Потім чорнобривці сіменами посадила, потім ще квіти, я вже не пам'ятаю. Ну, багато насадили, там ще будуть сходити вони. А ще щось плануєте посадити, якісь дерева? Ну, будемо садити, звісно, будуть привозити, будемо садити. Благоустройство у нас каждый год, мы занимаемся благоустройством, у нас оно идет и в осеннее время мы садим растения, в этом, это осень 2014 года мы сажали деревья, кустарники, цветы, у нас очень много цветов в этом году посажено на территории микрорайона, и сейчас все химиков 12, вот. Мы делали покраску детской площадки, у нас был ремонт подъездов, на этом доме у нас остался только один подъезд, который мы не отремонтировали, там был ремонт и за счет предприятия, и по программе 50 на 50. Вот пятый подъезд у нас только остался не отремонтированный, а так практически мы все время стараемся вкладывать в этот дом, он у нас самый старший из всех домов на нашем микрорайоне, он был сдан еще в 90-м году, и хотя так посмотрите, нам еще много надо, конечно, в этот дом вкладывать, нам надо и поменять бы плиточку на доме, и поменять бордюрчики, вот, а по сути, у нас хороший дворник, когда, то эти вещи немножечко, конечно, скрываются, как бы, и благоустройство, как бы, вы видите, что все-таки двор у нас ухоженный, мы стараемся, у нас еще не закончилась, правда, покос, вот, но он у нас уже второй, а в некоторых местах и третий раз идет, в этом году слишком много травы, много влаги, поэтому таким вот образом. Ну, мы в основном сейчас только ухаживаем за тем, что посадили по осени, вот весной. У нас основная масса, конечно, это работа, это полив. Полив, уборка, бурьяны. Ну, таким вот образом. Это, а тут я поняла. Когда процветут, надо срочно обязательно. А, да, но когда цветут, это сплошным шаром. Многолетники тоже посадили. Сколько у вас денег вы тратите времени, чтобы ухаживать за вот этими растениями своими? Ну, большее время дня мы тратим на клумбы, чем на газон. А что именно вы делаете? Посыпать, полить. Я знаю, что там оборвать, где засохло, прорыхлить, ну вот так это примерно. Это план действия у вас на целый день? Да, ну мы заранее как бы распределяем себе, я сама себе распределяю план работы. И вот я прихожу на клумбу, я смотрю, ну там немножко она заросла. Но дело в том, что тут выходят еще те цветы, которые позже выходят. И я не могу ее пока обработать. А вот они подымутся,
И мы обработаем. И будет красиво. Практически тут все цветы, как бы, высаженные. Сами. Свои силы, свои семена. Жители что-то с ними готовят. Когда уже силы наберутся, да. Тогда можно будет дальше где-то пересадить. Да. И очень хорошо наши кустики, которые мы зимой осенью. Мне всем зашло. Осенние рассады. Приняли. Да. Кустарник у нас хорошо. Осенью лучше всего садить. Наши сырцы пропадают. Мы там их заливаем 12 фундаментов. Больше они не сок. Дальше. Она сказала, будем дальше развиваться. Да, а тут рядочки мы тоже чернёвые. Мы пройдем в июле месяце, но Саша клумбу сюда продлит. Во-первых, да. У нее с той стороны клумба, еще за домом клумба. Это просто нет, физически, нет, по нет, времени. Действительно, был пустырь в полном смысле слова. Заросшие различными сорняками, не было ни одного культурного растения. Кроме того, рельеф тоже был очень сложный, одни ямы, канавы. И почва также была, это в основном строительный мусор, смешанный с глиной и покрытый там тонким слоем чернозема. Что нам за этот период удалось сделать? Мы обработали фрезерным культиватором дважды эту территорию. Затем завезли чернозем, распланировали, ну, выровняли эту площадь. В дальнейшем насобирали на пляже камней, сделали вот две клумбы большие. Вот, в дальнейшем мы опять же сделали, высадили живую изгородь в виде спиреи и барбариса. Высадили многолетние растения, которые тоже по технологии применяли, использовали смесь чернозема с торфом, удобрения внесли. Также нам повезло, что на данном участке проходит водопровод. Мы подключились к этому водопроводу, поставили пункт учета и кран вывели. Так что у нас есть возможность поливать эту территорию в любое время суток и в любой день, когда нам есть такая необходимость. Вот, на клумбах мы высадили однолетние цветочки, как видите. Подобрали цвет под цвет нашего государственного флага. Ну, это в принципе. А на дальнейшем мы планируем эту сейчас еще груду, она осталась разработать, потому что когда чернозем завозили, грунт был мокрый, вот получилась груда. Разработаем, планируем высадить здесь, засеять газонной травой и высадить туда чуть попозже хризантемы. Ну и будем, конечно, ухаживать за этим, потому что в основном принялось нормально, все мы ухаживаем и поливаем практически каждый вечер. Через день бывает, ну, по мере необходимости. Сейчас оттуда сделаем. Очень хороший вид. Да, оттуда тоже был. Нет, там больше цветы попадали в кадр, ярче получалось. Да. Я планирую, что 300 сюда хризантемы на сентябрь. И нам спустя. Какие здесь работы по благоустройству вы уже сделали и что планируете? Ну, вот покрасили малые формы, что надо отремонтировали. Какие растения вы насадили?
Ну, у нас семена девочки сами собирают и потом уже садят. С осени собирают, весной высаживают. Там разные семена. Стали облагораживать данный участок. Вот сколько работаю, столько и смотрю за этими клумбами. А какие растения вы уже высадили, что планируете делать в ближайшее время? Ну, здесь вот петушки, по-научному кажется, ирисы, древовидный пион, вот заячья капуста, я не знаю, как по-научному, вот гортензия, хочу пионы, хочу, ну, эти... хризантемы. Хочу на других клумбах тоже порассаживать, чтобы было и пионы, и гортензия, и ну, еще какие-то цветы посмотреть. С летних цветов здесь в основном ночная красавица, чернобрывцы и этот, невеста. Ну, так в основном вот такие вот цветы у нас. Скажите, а много вы времени в день тратите по уходу за клумбами? Ну, часа два, может быть, чуть даже больше. Как вы можете оценить сегодняшний день, как прошел? Как вам объекты, которые мы увидели? Что сегодня мы оценивали дворы 4-го микрорайона и клумбы жителей. В общем-то, есть небольшие, конечно, в общем, в целом-то нормально, но есть небольшие замечания. К сожалению, не покосили некоторые дворы. Понравились клумбы химика 8 и химиков 4. В общем-то, дворники работают и много высажено цветов. В общем, думаем, что положительно оценим. Скажите, когда вы почали облагороджувати дану ділянку? Да, як сказати вам, от тиждень тому часу я її дуже вхаджую, дуже люблю свою роботу, дуже люблю, як то кажуть, на городі працювати. І люблю у хаті, щоб був порядочок такий. Самі знаєте, як господиня гарна, то буде в хаті гарно і буде на городі гарно. Мене так навчила мачуха з маленьких років. Мене оспитувала, мені було 5 годіку, як мачуха прийшла на 5 дітей. Нас мама померла, і вони так сказали: дочко моя дорогая, учися дуже гарно робити. А я ще того не понімала. А й так сперечалася з мамою, а вона каже: доростеш, вийде заміж. Будеш жити, будеш господинею, будеш ти мене споминати, що я тебе навчила дуже гарно.
мене в хаті гарно, мене на городі гарно. Сама живу зараз. Чоловіка похоронила, інвалід війни. І квіти ви вже висадили? Квіти різні висадила. Ви бачите, які на городі квіти. Можете на них назвати саме назвою? Ну так, дуже цікавиться. Тут ж тут. Воно ще зараз не дуже так гарно, тому що не цвіте. А як воно зацвіте, то дуже гарно буде дивитися. А найближчим часом плануєте ще щось висадити? Так. А які квіти саме? Да. Які саме квіти ви хочете висадити? Більшість саджу таку весняних. Майори, як то кажуть, чорнобривці, гвоздічку і ці астри.